Покажу, какие новые туалеты установили. Так, автоматическая оплата, 10 гривен стоимость, можно бесконтактно оплачивать, 15 минут, час выкористання. К оплате принимаются банковские карты, либо можно гуглом сейчас, Google Pay, сделать оплату. Выполнили оплату. О, двери открылись. Вот туалет. Вот он. Так, заходим. Так, здесь место туалетный папир. Ну, йога. Не знаю, как. Вот как его брать. Он там есть? А как его брать? Непонятно. Это мусор. Умывальник, сушка для рук. Окей, как оно работает? Умывальник, что нет воды. Зеркало есть. Где вода? Здесь была табличка «Занято», когда у нас было занято. Ага, появилась вода. Так что вот, будете знать, что есть такие вот интересные туалеты в Киеве.